мне всегда не нравилось, вот тут вот оно присутствует. Да, в единичном ключе, по-моему, 20 говорит, что вот я не знаю, как там, что было. Потом я пролистал немного вниз, опять-таки, в Life Mobile, в котором там вот это вот весь... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Не хотелось бы начинать данный видеоролик с клише, однако, ну вот придется, потому что вот это вот, знаете, постоянно типа «я не хотел, меня заставили, я долго терпел», а потом опять, знаете, терпел, а потом как терпел, а вот потом уже все это, знаете, высказало как-то так, знаете, скромненько, как-то вот так, знаете, чтоб никто не заметил, знаете, как-то вот все эти штуки. И тут, наверное, вот как раз-таки тот случай, я уже много раз рассказывал вам про Brilliant RP, рассказывал вам про то, что у них там вообще, как у них там вообще про скины вот эти вот, в последний раз, по-моему, рассказывал, и много всего еще было. Вот сейчас они выпускают всякие вот эти вот скриншоты, опять-таки, типа мы сделали то, мы не сделали это, потом мы доделали вот то, мы не сделали вот это, и я на все это смотрю и типа, я думаю, ладно, но сегодня, вы знаете, с утреца я так, знаете, зашел, посмотрите вообще, что там такое, это, я не знаю, сколько прошла уже, минута там, сколько-то вот, вроде того, это пиздец, блять, вот знаете, то, за что я не любил КРМП, то, за что я всегда его презирал, вот то, что мне всегда не нравилось, вот тут вот оно присутствует, да, в единичном ключе, по-моему, больше я ничего подобного не видел, тем не менее, ладно, я хочу поговорить насчет вот определенного скриншота, да, который вот тут есть, то есть в них там вышли еще какие-то вот эти вот, знаете, интерьеры, там, экстерьеры для армии, там, для всех прочих вещей, мне это абсолютно не интересно, потому что, ну, типа, ну, вышло и вышло, да, ну, умер и умер, или там вот вроде того, мне это абсолютно не интересно, поэтому, ну, давайте будем уже, ну, знаете, вот без этого всего. И я просто, типа, ну я охуел. Я в самом деле охуел, блять. Потому что, сука, я не знаю. Ладно, в общем, давайте уже перейдем непосредственно к самому вот этому делу, потому что сейчас можно минут 20 говорить, что вот я не знаю, как там что было, как там что происходило и все прочие вещи. Но, во-первых, они показали, вот, знаете, армейский склад оружия, вот, который там будет, а с которого, я так понимаю, бандиты будут воровать все вот эти вот боеприпасы, материалы, все прочее. Это не важно. Абсолютно. Тут еще ладно. Тут я еще думал, типа, ну похуй, да, типа, ну нормально, да нормально в целом. Чё такого-то? Ну в самом деле, ну вот склад и склад, там, как выглядит, так и выглядит, мне похуй, то есть выглядит неплохо, да. Потом я пролистал немного вниз, опять-таки, в Life Mobile, в котором там вот этот вот весь склад, вот эти вот все остальные вещи, и что я, блядь, увидел? Я подумал, блядь, чуваки, это ж вообще, блядь, я не знаю. Я в охуях, блядь. Перед вами сейчас тот скриншот, из-за которого я прям вообще охуел. То есть машина, вот это вот желтая, блять, я не знаю, что это за марка такая, тем не менее, ну, просто желтая машина, видимо, это то ли Porsche Cayenne, то ли еще какие-то вещи, оно, блять, это охуеть, блять, вы посмотрите на всю эту, возможно, типа, это из-за вот самой вот этой вот хуйни, типа, с Porsche, или что это такое, блять, Ferrari, Lamborghini, блять, я не ебу, но, блять, посмотрите, капот просто, какая-то хуйня, какие-то, блять, то ли полигоны видно, то ли еще что-то, цвета, может быть, просто свет так преломляется, и цвета просто всегда отличаются, но, блять, на капоте цвета какие-то оранжевые, блять, ты поднимаешься немного выше, они какие-то мутно-желтые, блять, а смотришь там на заднюю дверь, там вообще все засвечено желтым, блять, возможно, это так падает цвет, разумеется, я не думаю, что они бы стали такую, типа, хуевую модельку делать, но с другой-то стороны, ладно бы все это, типа, выглядело так, но при этом все это в КРМП смотрелось как-то, ну, так, знаете, скомпоновано, как-то все это бы коррелировало между собой, как-то бы все это взаимодействовало, и ты просто смотришь на все, то есть, достаточно просто посмотреть на траву и на машину. То есть, потом опять на траву, и опять на машину, и на траву и машину вот вместе. То есть, блядь, как будто бы, я не знаю, это фотошоп какой-то, блядь. Заскринили одну игру, потом, блядь, из другой игры вырезали вот эту вот хуй пойми чё, какую-то модельку, блядь, поставили ее сюда, это пиздец. Блядь, я просто, я типа думал, ну ладно, типа, КРМП проект, там уже давно такой хуйни нету. Вот она, блядь, вот она, блядь, это ж вообще пиздец. Блядь, это просто пиздец. Золотые руки, блять, золотые руки вот у людей, вот тут правильно пишут, блять, потому что, ну, это вообще такое сделать, блять, я не знаю, если вы не под наркотиками были, или, типа, ну, у вас все нормально в жизни было, было хотя бы там, я не знаю, ну, один, возможно, глаз даже, чтобы видеть, что ты вообще делаешь, то я не понимаю просто, как чисто физически, чисто технически и прочая хуйня можно было все это сделать, я вот это не понимаю, блять, это ж вообще, блять, ну, это охуеть, у меня слов нету просто, я просто вот записал этот видеоролик, чтобы сказать о том, что вот у меня нет
нету слов. И когда этот Brilliant RP уже выйдет, тоже непонятно нихуя, потому что они эти, блядь, скриншоты кидают, лучше бы не кидали вообще. Но они же при этом могут посмотреть, что они кидают-то, блядь. То есть, понимаете, у скриншотов еще есть какая-то выборка, да? То есть, у них, допустим, было несколько скриншотов того, что можно вообще там, знаете, закинуть, что можно сделать тогда. И представьте, что это вообще лучший скриншот из того, что у них есть. Что-то мне страшно представить, какие там были еще варианты. А то, что это охуеть. Пиздец. Я не знаю, пацаны. Я не знаю. Возможно, типа, чувакам, которые играют в КРМП, это нормально. Возможно, чувакам, которые играют в КРМП, все это нравится. Но я уже давно говорил, что КРМП полное говно. И как раз таки вот из-за этого, из-за этой всей хуйни, блять. Но тут, блять, я не знаю. Я не люблю занимать вот это вот какое-то, знаете, положение вообще всех людей, которые там, типа, вот все сказали, что говно. И типа, я тоже скажу, что говно. Нет, я стараюсь найти какие-то плюсы, какие-то там прочие вещи. Ну, какой плюс я могу найти, да, то, что Brilliant RP это типа сервер Diamond RP, и вроде как в надежности можно, ну, типа, положиться на вот Diamond RP, на этот вот весь. А в остальном, блять, ну это вообще залупа. Блять, я не знаю, возможно, это типа постирония какая-то, я не выкупил, может быть, это метамодерн, там, я не знаю, типа, это пародия на что-нибудь. Ну, я не знаю, блять, я не ебу. Может быть, со мной что-то не так. В самом деле, напишите в комментарии, если со мной что-то не так. Может быть, мы как-то по-разному все это видим, блять. И, допустим, я тут вижу полное говно с какой-то хуй пойми какой моделькой, блять, со всей травой КРМПшной, блять, со всеми прочими вещами. А другие чуваки, типа КРМПшники, видят тут что-то, ну, пиздатое, крутое. Это типа пиздатое, это типа круто, блять. Я не понимаю, в самом деле. Ну ладно. Все, ладно. Хватит с меня на сегодня. Я снимал на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Там же находятся все мои следующие вот эти вот вещи. Поэтому, ну да, вот спасибо за просмотр. В описании мой промокод NoToxic54. Там же ссылка на мой телеграм-канал. Вот заходите и узнавайте все вещи. Всем до свидания. И увидимся тут же завтра. Не знаю во сколько. Да.